так с нами представительница Грузии Софья Жирадзе. Мы сначала попросим ее рассказать о ее песне. Это очень позитивная песня, как я уже несколько раз говорила, о воспитании, о любви, о себе самом наилучшем, наверное, в жизни. И, наверное, еще и о Грузии, которая расцветает и блестит. Как вы пытаетесь этот месседж передать постановкой стилистической? Постановка очень отличается от того, что мы сделали в национальном отборе, также от видео. Там была более классическая постановка, то есть я стояла и исполняла песню. А на этот раз мы решили сделать что-то новое для публики, для Грузии и для Европы. Поэтому с нами у нас есть большая честь, что с нами работает такой хореограф и хореограф-постановщик, как Реда Пента Фокс, с которым я уже имела честь работать в мюзикле «Ромео и Джульетта». И он поставил потрясающую хореографию, и также танцоры очень мне помогают, чтобы я комфортно себя чувствовала во время всяких движений, которые очень сложные вместе с песней. Поэтому я думаю, что я очень надеюсь, что людям это понравится. Расскажите, вот у вас был промо-тур? Да, я начала с Баку, и у меня последний промо-тур был во Франции. То есть я много очень гастролировала, ну, не очень много, потому что я думаю, что другие страны больше даже гастролировали. Но я бы хотела, конечно, во всех странах побывать, но из-за того, что у нас было очень мало времени, к сожалению, не везде успела, и я была на Украине, была в Азербайджане, была во Франции, в Турции, в Греции, и также была в Голландии. Так что везде был очень теплый прием, и я думаю, что от них у меня уж точно будет поддержка. Вы слышали песни других участников конкурса, да, с другой, да, стороны? Что-то, да, понравилось, что-то можете выделить? Мне очень много песен понравилось. Мы встретились в Амстердаме, когда был концерт. Также, когда я контролировала тех стран, которых я уже перечислила, там я имела честь познакомиться с представителями. И мне понравились даже те, которые я видела по интернету. То есть я практически... Нет, я все песни послушала. И там есть песни, которые, то есть, зажигательные, которые мне очень нравятся. Также есть баллады. И я хочу отметить, что в этом году очень много баллад, и все очень красивые. Так что очень много представителей, которые действительно достойные. Поэтому людям уже решать. Посмотрим. Какой вы результат ожидаете от конкурса? Вы знаете, Евровидение – это конкурс, где можно все очень резко измениться. Поэтому я даже не знаю. Мне бы хотелось бы хорошего, естественно, результата, потому что все, участники, которые приезжают на конкурс, естественно, хочет максимально добиться успеха и максимально понравиться людям. И я не знаю, потому что конкурс-то непредсказуемый, так что так предсказать что-то я не знаю. Но я сделаю все, чтобы достойно своей страны представить, и чтобы они гордились мной. И передайте, если что-то нашим слушателям, если хотите передать. Я хочу им сказать, чтобы они проголосовали от всего сердца, чтобы они сделали достойный выбор и проголосовали за того, которого они считают лучшим. Поэтому лучше больше ничего не сказать. Ну и, как всегда, напеть вашу песню под конец. Like the tide's gonna turn you.